хорошая структура с крепкой шеей. И широкая грудь достаточно развитая. Как можно более высоко стоящий хвост. И правильные углы. Части спереди собаки ровные. Голова достаточно типичная для этой породы, в смысле, что не должна быть слишком вытянутой. Достаточно крепкий череп, передняя часть. Это рабочая собака, которая должна была убивать мышей. Когда у собаки очень короткая шерсть, зона вот эта должна быть очень короткой, поэтому... Надо взять ножик с очень... очень тоненькими зубьями. Берем шерсть так и вниз ее тащим. Вниз, вниз, вниз. Пробуем взять волосы, которые легкие. Не берем много шерсти за раз. Движение. Для того, чтобы вот снять эту шерсть и убрать ее. И так можно эту работу делать, когда у собаки закрыта пасть. Потому что вы, если оставите собаку с открытой пастью, выражение не будет тем же самым. Держите пасть закрытой. Таким образом. И видите здесь линию. И тут мы тоже можем снять немного.